На планерке же подняли тему аварии, виновником которой подозревают сына главы администрации Чебоксар. Напомним, рано утром 22 июля на автодороге Москва-Уфа в Маргаушском районе Audi врезалась в ограждение, а затем столкнулась с УАЗом. Водитель и пассажир УАЗа получили травмы. Предполагаемый виновник ДТП скрылся с места происшествия. Возбудили уголовное дело. По подозрению в совершении аварии задержали сына сити-менеджера 20-летнего Олега Ладыкова. В прошлую пятницу районный суд отправил его в СИЗО до 22 сентября. Пока ведется следствие, вину Ладыков-младший не признает. Что касается самого дорожно-транспортного происшествия, на месте пострадавших мог оказаться любой. Мог оказаться и я, моя мать, мои младшие дети. Поэтому не у меня, не у любого разумного человека, здравомыслящего человека, не может быть никаких оснований для оправдания виновных. Причина этого дорожно-транспортного происшествия – это преступная экстремальность и патологическая безответственность.